Всем привет! Приготовим с вами обычные, простые, вкусные конфетки. Бюджетные, из овсянки. Так, нам надо какао-порошок. 3 столовые ложки. Раз. Два. Да, как раз. Дальше. Сахар. 0,5 стакана. И все это перемешиваем. И танцуем. Дальше берем сковородочку, включаем газ на медленном огне. Высыпаем эту смесь сюда, сахар и какао. Добавляем 100 миллилитров молока. Перемешиваем. Смесь нужно хорошенько перемешать до однородности. Просто хорошенько прогреть, не доводить до кипения. Добавляем примерно 100 грамм масла сливочного. Как только масло растворилось, мы добавляем овсянку. Нужно 300 грамм. Перемешиваем это все хорошенько. Вот такая масса получается. Все, наша масса загустела. Мы ее накрываем крышечкой. Мы ее накрываем крышечкой и оставляем ровно на 1 час. Из этой вот смеси надо делать шарочки. Вот так вот. Берете и такой кружочек скатываете. У срединку можно добавить. У меня были желейные конфеты. Я добавлю вот такие вот кусочки конфеток. Вот. Берем так во срединку и скатываем. Скатываем у кружочек и у кокосовую стружку вот так окунаем. Вот такие конфетки. Да, и никто не догадается, с чего они сделаны. Да, баба, это... И потом еще в холодильничек их. Это с овсянки сделано. Какая красота. Ой, Бодя, Бодя. Вот такие получились конфеточки типа Рафаэлок. Ну, вот. В холодильнике, хай они там трошечки охладятся. Вот такие красивые. И можно есть и... За ваше здоровье. Такие вот рафаэлки. Попробуем. Так нет и ничего. Реально. Вот это в срединке так. Реально смачно. Смачные отрымались. Не знаю. Я, может, даже трошечки сахара добавила. Мне трошки за мало сахара. Лично, ну, мне так показалось. Мне так нормально. Мне кажется.
И скажи, баба, тут нема такого, что, что хлопья кажутся сырыми. Ты вообще не скажешь, что это за овсянки. Ну, нормально. Чиноки нема тут той овсянки. Ну, я тоже в шоке. Смачно, смачно. Ну, так вот, к чаю полакомиться супер. Я думала, будет не очень. Думала, як это сырые хлопья. На самом деле, во. Ага, как хлопья, я не бачу. Тут какой гараж у меня. Ну. А, за этих хлопьев я где-то читала, не в котлет.